Заман Хайрулсун, ГРТ каналында хабарлар студияда Людмила Новак. Көлверменин баш темалары. Гагаузин меркеси чем комиссиясын отурушу кечти. Комраттакы музейинде ени экспонат пайдаланды. Фиданжик реабилитация меркезин тербие динлери Сергей курдулар. Гагаузин меркез сечим комиссиясы кенди сырадакы отурушунда бакты кандидатлардан кабилдилмиш алышмаклары хепюля ачыкланды сечимлерин кечирилмек күнү одолайларда англарында экинчи тур олайжек эми одолайларда нереде аз инсан сечимлере чыкты. Гагаузиян меркез сечим комиссиянын отурушунда 13 суруш бакылды. Нышанданда аны 18 сечим долайында депутатлар ийлик турдан кечтилер. 11 сечим долайында сечимнере генел сайыдан 3-чү пайыда яшайындарын чыкмадылар. В Камрадском избирательном округе номер 2. Кумрадын 2-чү сечим долайында 32,4%, 3-чү долайында 26,4%, Валканешин 10-чү долайында 20,7%, Бешалманын 13-чү долайында 29,1%, Конгазын 27-чү долайында 24%, Хемконгазын 28-чү долайында 29,8%. Конгазском избирательном округе номер 28, 29,8%. Аларак буну эсаба, халк топлушун сечимлеринин 2-чү туру жанавар айын 3-чүндө кечирилежек. Избирательных бюллетеней для второго тура голосования и повторных выборов Народное собрание Гагаузии 3 октября 2021 года. Сечимлеринин икинчи турунун керчекленмеси үчүн бюллетендерин ичиндеги хем сайысы курулер, аларак эсаба Меркез сечим комиссиясынан кабилденмиш 58,1 карары. Содержание избирательного бюллетеня на выборах Народное собрание Гагаузии назначенных на 19 сентября. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. Публикуется на официальном сайте Центральной избирательной комиссии в официальном бюллетене «Экспресс-канон» и может быть обжаловано в течение 3 дней со дня принятия без соблюдения предварительной процедуры в апелляционной палате Камрад. Акылынза кетирер, Санжиевиз айын 19-кунда ийлик турдан 18 депутат сечилдилер. Та 11 долайда кечечек 2-чү тур. Калынында сечимдер керчекленмедилердин ичиндеги аз инсан ондорго катылды. Елена Радкоглу, Алена Терзи, Сергей Георгиев, Мария Казаку, ГРТ Хаберлер. Гагаузияда битки 24 саатын ичинде белли эдилди эни 25 коронавируслан улашмыш инсан. 98 COVID-19 тесты алынды. Бутакым автономияда коронавирустан 7955 инсан хасталанды. Бөлө информация Саалык Урмак Бакынында хаберленди. Комрад долайында 4144, Чадыр долайында 2636 киши, хем Валканеш долайында 1170 хаста. Гагаузиянын ковид меркезлеринде бүгүнкү күнү 116 киши булныр, зор дурумда 34 киши. Саде бир сутканын ичинде больницага 11 хаста кабылдылды. Коронавирус зорулукларынан баш күйүн жашайаны 85 жашында кечинди. Коронавируса каршы вакцинанын ылк дозасыны 18086 киши кабылды. 10,5% жашайаны койду 2 дозы. Комратакы Регионал История Дулай музейине Бондаренко айлеси ададылар история тарафындан буулмасыны аңгысын Московей күйүн янында булдулар. Лавгидер билмеен хайванын кафасын бир парча кеми үчүн деринден сюжетимизде. Ниетлен артефактын история үнемнийне араштырма Комрада Милли музейнин изметчиси палеонтолог Теодор Абада келди. Ну, перед нами черепы ископаемого носорога относительно хорошей сохранности. Обычно черепа в ископаемом состоянии редко сохраняется. Вот его передняя часть носовая, затылок, и здесь снизу видны его верхние зубы, глазницы. Возраст его приблизительно относительный 4, около от 4 до 3,5 миллиона лет. Найден в селе Московей. И из этих сел на юге Молдавии у нас есть богатый материал. В это время был субтропический климат. В это время Средиземное море и Черное море были закрытыми озерами. И между, на мостах между Африкой, Южной
Ближним Востоком, Грецией, Италией, Болгарией было прошеек, через которые могли мигрировать многие животные из Африки. И в это время в этом субтропическом климате жили носороги, верблюды, страусы, саблезубые тигры, много других антилоп, оленей. Эти ископаемые были найдены еще впервые, приблизительно опубликованы в 1919 году профессором из Одессы Хоменко. Большая коллекция хранится и в Одессе. Битки ларын сүресінде Молдовада түрлі кемікләр, археология гүбірі бұлынды. Хепсі бұй өнемлі ері каплыр ой евел вақытлар ічін ачан бұрада хайванлар яшарды. Хепсі экспонатлар музейда бұлынырлар. Очень ценный экспонат предоставлен нам супругой Виталия Бондаренко, Светланой Андреевной Бондаренко. Найден он в одном из карьеров Московея, как по ее словам. Ну, экскаваторщик проводил работы и нашли. Других фрагментов костей не обнаружено. У ишлері аңғылары бізім долайымызда бұлынырлар, хергін о кадар үйренді қаны хич дүшін мерес нереден хемне заман онлар пейдаландылар. Музейлерін ниетлері верме білгілері евлад бойларына кечміш заманларын историясы ічін. Дил бошына музея культура хем білге корымак ері денілер. Комратакы история Дулай музейіне Джейвис айын 22-сінде Афиданжи реабилитация меркезін тербейденлерін сергесі ашылды. Олайда бұлынды бізім телевизион группамызда. Неден нышанадылар музейінің үзметчілері Джейвис айын 22-сінден 30-на қадар Комрат муниципиан музейінде Адетча Европа йортусу бақыларды. Бұйыл бүгіннері адалы қарарланды яратма ішлерін сергесіні кечірмә. Аңғысыны реабилитация меркезін тербей еденлері қазырлады. Кенді бежермеклеріні ұшақлар істеділер башқа инсана да көстермә. Они делали работы из кожи. Который вот мы тоже внизу тут вам хотим показать. Онар деріден ресім қазырладылар. Аңғыларны істеріз көстерелім. Бұндан кәрі Петр Влах не заман сапек достлашарды бұ меркезлен. Да башладыйды бір қач құру сусақ. Ушақлар онары ресімнеділер. Орентілері аңғыларны көрерлер. Істеріз көстерелім. Ани бізім ушақларымыз бежерерлер япма епсіні. Могли бы вам показать, чтобы наши жители видели, что наши дети делают. Ресімнерден қария, серкеде олады қолайлық танышма башқа да яратма ішлерлен, башқа техникая көреді, түрлі материаллары кұланып. Вот тут работы из бисера, это очень кропотливая работа. Тебурада бисерден яплы ішлер, бұ зор бір еш, ама тербейдіжілерін ярдымыннан бұ да еш ұшақларда олыр. Бақ мәрі қона, не бұ ұшақлара зор кеме сыра беші елінде тұтма, бақын не майыл ішлер еллерінден япа білерлер. Смотрите, какие прекрасные работы они делают. Музейін езметчісі нышаннады, ани сергінің ең өнемлі идеясыйды, гөстермә хепсі инсана, ани бұ ұшақлар хич бейш елден айрылмырлар башқалардан. Людмила Новак, Андрей Лещинский, Артем Топал, ГРТ Хабирлер. Кольверменин биткесінде хава дұрымы. Джевис айын 23-нде Гагаузияда дейшік хава бекленілер. Кемерлерді яғмур яғжек. Солуын немне 77% күрәжек. Атмосфера басқысы 758 мм шыфа деріне көрі. Лүзгер 3 метр секундта есіжек. Солуын температурасы комратта. Геджа 8 градус сыжак, гүндіз 13 градус сыфырдан үкары. Чадырда геджа 8 градус, гүндіз 14 градус сыжак. Балканишта геджа 8 градус бекленілер, гүндіз 13 градус сыфырдан үкары. Бұнынан көл вермеміз етішті біткия қалын бізімнен ГРТ каналында.